Ты номера не видел? Лейтенант Ярославцев, ваши документы. Ты на кого пасть разъявил? Ты, король говна и пары. Вернитесь к машине. Немедленно вернитесь к машине и положите руки на капот. Все, все, спокойно, спокойно. Уже возвращаюсь. Кладу. Тихо, тихо, Гудвин, тихо. Должен всем людям помогать. Угу. Даже тому гаду, который маму сдавил. Да, даже тому гаду. А что? Я бы не смогла. Ну, жалко. Значит, ты не будешь так рассказывать. Он ведь в милицию из армии пришел. В офицерском училище отучился, а служить не стал. Вы ведь знаете, как там сейчас? Угу. В общем, в гаишники подался. Думал, зарабатывать хорошо будет. Ему же нас кормить приходится. А попал в свою ГИБДД и понял, не для него это. Зарплата крошечная, а взятки брать он не может. Серьезная проблема. У нас в стране с такими предрассудками долго не протянешь. Вот и я ему говорю. А он стыдно, стыдно. За парнем этим зря погнался. Дождался бы напарника своего. Напарник. Опытный человек. Может, что-нибудь и получилось бы по-другому. Напарник в это время в соседнем кафе в туалете сидел. Борис решил, что у него ждать нет времени. А что ему теперь будет? Понимаете, Надежда Михайловна, если нам не удастся доказать, что имела место необходимая оборона, то есть статья 37, часть 1, то ваш муж пойдет по 105, а это до 15 лет. Господи, о чем он думал-то? Не знаю. Защита будет придерживаться точки зрения, что ваш муж действовал в соответствии со статьей 152. Которая гласит, сотрудники милиции имеют право применять огнестрельное оружие для отражения нападения на сотрудника милиции. Но ведь нападение же было! Вы мне не дали договорить. Вопрос в том, подвергалась ли жизнь вашего мужа или здоровье опасности? Конечно, подвергалась. Ну, у этого же мужика пистолет был. Но этот мужик, как вы выразились, служил в охранном агентстве, имел полное право на ношение оружия. Выносил бы! Что размахивать-то? Ну, а если я сейчас пистолет достану, это что? Означает, что я хочу вас убить? Да нет, пистолета у меня нет, это я так просто. Скажите, Андрей Сергеевич, как на самом деле? Борис имел право стрелять или... Андрей Сергеевич, там к вам один господин, по-моему, очень состоятельный клиент. Я сейчас ухожу. Уже ухожу. Ваш муж просил передать, что он подарок сыну купил на день рождения. Так вот, он его на антресолях оставил, которые в прихожей. Ну что? Не волнуйтесь.
волнуйтесь, все будет хорошо. Может быть. Я деньги принесла. Вот тут аванс. Половина только. Но на следующей неделе я все принесу, честное слово. Я хотела у сотрудников его перезанять. Они предлагали, но Борис в записке сказал, чтобы я не брала. Что так? Не хочешь, чтобы за него платили преступными деньгами. А может, они предлагают вам деньги с оплаты? Извините. Кстати, я говорил с начальством вашего мужа. Но они дали понять, что его судьба их не интересует. Я же говорил, он для них совершенно чужой. Вы знаете, мы будем бороться с вами до конца. Я думаю, что сделаю все, что смогу. Встречу идете, Андрей Сергеевич, а нам за офис платить нечем. Не страдай. Я уже завербовался в адвоката мафии. Скоро разбогатею. Угу. Кстати, а где твой состоятельный клиент? Ушел. Состоятельные долго не ждут. Буду знать. У тебя ручка есть? Опять свою сломали. Ты же знаешь, я нервный. Спасибо. Вторая. Не-а. Купи побольше. Я в тебе не ошибся. Вы еще не знаете, как я готовлю, Андрей Сергеевич. Ладно, в тюрьму. Смотри, не забудь завтра суд. Не опаздывай, пожалуйста. Хорошо. Андрей Сергеевич! Здравствуйте. Чем могу служить? Вы знаете, можете. Очень даже можете. Дело в том, что справедливость должна торжествовать. Иначе жизнь теряет всякий смысл. Согласны? Вы знаете, я очень тороплюсь. Мы считаем, что если этот сраный гаишник получит свою законную пятнашку, это будет справедливо. Вы из охранного агентства? Наши ребята должны быть уверены в том, что если что, за них отомстят. Это все? Не будешь выпиться, получишь хорошие бабки. А если буду? Тоже получишь. Мало ли покажется. Так что подумай. Хорошо, я подумаю над вашим лестным предложением. Подумай. Свидетельница Барковская, будьте добры, расскажите нам, пожалуйста, что вы делали в парке? Читала на скамеечке. Я люблю читать на скамеечке. Дома дети, внуки, шум. А тут никто не мешает. Ага. Но расскажите нам последовательно, что происходило? Ну, я даже не знаю. Вначале я услышала визг тормозов, а когда подняла глаза, то увидела, как этот молодой человек... Вы имеете в виду лейтенанта Ярославцева? Ну да, лейтенанта и того, кто погиб. Они выскочили из своих машин и пошли друг другу навстречу. Они что-нибудь говорили там, угрожали, ругались? Я протестую. Защита подсказывает свидетелю ответ. Протест отклонен. Продолжайте, свидетельница. Я не могу ответить, я не помню. Только потом покойный... Лазаренко. Ну да. Он выхватил пистолет и выстрелил. То есть первым достал пистолет погибший Лазаренко? Протестую. Защита задает наводящий вопрос. Протест принимается. Свидетель Барковская, скажите, по-вашему, кто первым достал пистолет? Конечно, покойный. То есть Лазаренко. А кто первым произвел выстрел? Он же.
Милиционер достал свой пистолет только тогда, когда покойный сделал выстрел и промахнулся. То есть вы уверены, что первым стрелял Лазаренко? Разумеется. Я же находилась в 10 метрах. Спасибо большое. Ну, защиты больше нет вопросов. Скажите, свидетельница, у вас близорукость или дальнозоркость? Близорукость. А вы читаете в очках или нет? В очках. У вас для этого другие очки или те же самые? Те же. Скажите, свидетельница, когда вы в последний раз меняли очки? В моем возрасте зрение улучшается. То есть вы хотите сказать, что не меняли очки уже много лет? Уважаемый суд, я протестую. Обвинитель говорит за свидетельницу. Протест отклонен. Продолжайте. Спасибо, Ваша честь. Так когда вы меняли очки? Очки 2 года тому назад. Замечательно. Вы утверждаете, что видели все на расстоянии 10 метров? Да. Я сейчас нахожусь на расстоянии 10 метров от вас. Сколько пальцев я вам показываю? 3. 3? Нет. Четыре. Так 3 или 4? Четыре. Спасибо, у меня больше нет вопросов. Ну, наконец-то. Что, опоздал? Делегация спрашивает. Вы что-нибудь узнали? Как обещал. Что? В общем, ситуация такая. Полгода назад у него отобрали права, и он у нас гаишников большой зуб имеет. Так, это в корне меняет дело. Наверное. Вы сегодня вечером что это? Господи, ну если я не успею в суд до того, когда пустят Курганова, все пропало. Скажите, вы на машине? Конечно. Поехали. Поехали. Быстрее. Свидетель Курганов, расскажите суду, что вы делали на месте преступления. Курганов. Ага. Значит, на месте преступления мы гуляли. Я и собака. Вы всегда гуляете с собакой в парке? Ага. Во дворе гоняют. За детей, видите ли, боятся. А что мой кобелем сделает? Он сам как... Свидетель, не отвлекайтесь. Ага, понял, понял. Свидетель Курганов, обвиняемый утверждает, что в машине погибшего Лазаренко находилась некая женщина. Спутница Лазаренко, которая скрылась. Что вы можете сказать по этому поводу? Да не было там никого. Вы уверены? Что, я слепой, что ли? Ну, если вы не слепой, тогда расскажите нам, кто первый достал оружие. Он. То есть вы утверждаете, что первым достал пистолет лейтенант Ярославцев? Утверждаю. Вы уверены? Абсолютно. Покойный только потянулся, а этот мент, извините, лейтенант, уже палить. А когда же, по-вашему, выстрелил покойный Лазаренко? Да потом уже, когда упал в воздух. Тоже. Спасибо, гражданин Курганов. У меня больше нет вопросов к свидетелю. Быстрее, быстрее, быстрее. У защиты есть вопросы к свидетелю? Здравствуйте. Что за безобразие? Извините, это моя помощница. Андрей Сергеевич, спросите руководительские права. Извините, ради бога. У защиты еще есть вопросы к свидетелю? Да, Ваша честь.
Свидетель, скажите, у вас есть личное транспортное средство? Ну да, копейка. То есть вы хотите сказать, машина «Жигули» первой модели? Ну да. Скажите, а когда вы в последний раз управляли собственным автомобилем? Давно. Я протестую, защита просто тянет время. Эти вопросы не имеют отношения никакого к делу. Протест отклоняется. Продолжайте. Свидетель, скажите, а чем объясняется то, что вы давно не управляли собственной машиной? Прав у меня нет. У вас их нет? Или их вас лишили? Отобрали. Свидетель, скажите суду, при каких обстоятельствах вы были лишены водительских прав? Выпивши, говорят, был. Ага, значит, вы считаете, что не были выпивши? Не был. Значит, вы считаете, что сотрудники ГИБДД отнеслись к вам несправедливо? Да они, гады, по 100 долларов берут. А у меня таких денег нет. Были бы деньги, отпустили бы сразу. У меня больше нет вопросов. Уважаемый суд, очевидно, что этот свидетель не может объективно свидетельствовать по данному делу, поскольку предвзято относится к сотрудникам ГИБДД. Спасибо. Это так ты с ним поговорил? Чтобы я этого адвокатишку больше не видел. У обвинения еще есть вопросы к свидетелю? Нет. Свидетель, вы свободны. Угу, понял. Ладно, я пошел. Это победа. Скажи мне, кто этот в шелковом галстуке? Где? Ну, вон, рядом с кожным сидит. Вы имеете в виду Примета? Ага. Это же Подкопаев, хозяин охранного агентства. Посовещавшись на месте, суд выносит определение о переносе слушания. Судебное заседание переносится на 14 июля. Что мы можем успеть за 3 дня? Она с 15-го в отпуске. А-а-а. Андрюш! Андрюш, чтобы не было иллюзий, если ты не сделаешь невозможное, я ничем не смогу тебе помочь. На вас давят. Давить на судью невозможно. Давить на судью, давить на государство. А это теперь не модно. Только неопровержимые доказательства, иначе все не пройдет. Понятно. Слушай, кстати, ты, кажется, был в Анталии. Ну как там? Кто-нибудь теплый надо с собой брать? Валенки. Ну, спасибо, хорошо, пока. Вы мне говорили, что в машине погибшего сидела девушка. Ну да. Она сбежала, когда все началось. Я помню. Эта женщина – наш единственный шанс. Других свидетелей у нас нет. Вы ее все равно не найдете. Ну, попробуйте хоть что-нибудь о ней вспомнить. Вы имеете в виду особые приметы? Угу. Ну, может, она хромала. Ну, хотя бы толстая она была или худая? Нормальная. Борь, если вы сами не захотите себе помочь, я ничего не смогу для вас сделать. Ладно. Будем считать, что никакой девушки не было. Погодите. Вспомнил. Что? Волосы. Она рыжая была. Точно, рыжая. Угу. Нет, ну ты же понимаешь, найти рыжую в Москве. Ну, да нет, но все равно нет выхода, будем искать. Ну давай, я тебе перезвоню. Алло. Адвокат, это последнее предупреждение. Я надеюсь, ты понял. Почему без машины?
Вы что, попали в автокатастрофу? Знаешь, чем отличается катастрофа от аварии? Нет. Ну, если катастрофа, значит, кто-то погиб. Но вы, слава богу, живы. И это временно. Чипун вам на язык. Если Рыжа случайная попутчица, найти ее, конечно, удастся. Но вот если она была любовницей или хотя бы близкой приятницей, часто бывавшей в доме. Фу. Так, ну вот это его. С какой начнем? Сейчас проверим твою интуицию. Кто? Это по поводу погибшего Лазаренко, соседа. Из милиции, что ли? Нет, я адвокат. Моя фамилия Зимогоров. Защитник. А, защитник? Ну иди защищай своих олигархов. Нет такого закона, чтобы адвокаты здесь допрос учиняли. Да кто же от олигархов откажется? За олигархов развели здесь буржуи. Сталина на вас нету. Ну давайте теперь вас проверим. Я все слышала. Вы адвокат? Здравствуйте. Да. Проходите. Нет, Саша женщин редко водил. А Рыжая была? Была. Противная такая. Она в юбках, ну вот в такусеньких ходила, и как не стыдно. Спасибо вам, Марья Ивановна, вы нам очень помогли. Спасибо. Как чаек? Ну, неужели не попьете? Мы кофеек в городе попьем. Да, здорово вы тогда меня отмазали. Я думал, пятеро верные будут. Ну так что? Я ваш должник, базара нет. Когда работать-то надо? Сегодня. Сегодня. Если ты откажешься, все пропало. Да не, Андрей Сергеевич, ну вот просто сегодня. Ну что, футбол? У меня у внучки день рождения. Ну ты по-быстрому. Ага, по-быстрому. В квартиру-то я войду, а дальше-то что? Я ж не знаю, чего вам там надо, чего нет. Но если бы там видик, золотишко. Золотишко мы брать не будем. Мне нужны координаты Рыжей. Я понимаю. Но тогда вам придется пройти со мной. Ну ты что, с ума сошел? Тогда по-быстрому не получится. Нет, это исключено. Один врач сидел. Не то. Он мне все объяснил. О. О, нашли. То, что нужно. От пыли. От пыли все это у вас. Все, не могу больше. Пошли. Вот игрушка. И сколько ж телефонов можно записать, а? 5000. А может быть 10. А как же вы нужные найдете? Понятия не имею. Оп. А? А это что такое? Это ты в квартире прихватил? Копеечная вещь. Но у меня коллекция. Да какая разница?
Это же в чистом виде 158-я часть 2, 2 до 6. Ох уж, кто бы говорил. Я из-за него свободой рисковал, а он еще и недоволен. Что-нибудь получается? Из двух десятков записанных в книжечку женщин, трое фигурируют под прозвищами. Пупс, Зайца, Шоколадка. А если Пупс и Зайца, это мужчины? А я тебе больше скажу. А если Вера Павловна Рыжая? А что же делать? Ну, встречаться с этими тремя. Думаю, что все-таки Рыжая одна из них. Встречаться долго. Я знаю способ лучше и быстрее. Здравствуйте. Вас беспокоит телевизионная программа «Шаркон». Наш компьютер выбрал ваш телефон, и вы становитесь победительницей лотереи. Да, приходите завтра в 3 к главному входу в Останкино для получения приза. Какой приз? Ну, телевизор, да, большой такой. Вас встретит ассистентка, чтобы вас долго не искать. Как вы выглядите? Ну, там рост, цвет волос. Высокая? Брюнетка. Спасибо большое, до завтра. Пупс отпал. Ты уверен, что это правовой способ? Он не правовой, но правильный. А что это за передача такая, «Шаркон»? Я даже такого не слышал. «Шаркон» — это сокращенно «Шарашкина контора». Это я не вам. Здравствуйте, это с телевидения. Вы выиграли видеомагнитофон. А почему не телевизор? Не люблю штампы. Это я тоже не вам. А, да, завтра вас будут ждать у главного входа в Останкино. Как вас узнать? Хорошо, вас встретят. Зайц тоже отпал? Длинная до пояса, светлая коса. Только не забудем перезвонить и все отменить. Ничего, сбой компьютера, обычное дело. А, алло. Отключен или находится вне действия сети? Ладно, это я сам позвоню вечером. А если ты опять не рыжий? Ну, здесь еще телефонов 200 записано. К Новому году разберемся. Ведь что ты хочешь, а? Отказаться ставить свою подпись на постановление о привлечении тебя в качестве обвиняемого? Да нет, это бессмысленно. Статья 148 УПК Российской Федерации. Следователь просто удостоверит, что тебе постановление было предъявлено. Вот и все. Да не волнуйся ты. У тебя повест на послезавтра? Ну все, я приеду. Пока. Пока. Алло, Зоя, Зоя, это я. Ты говорил, что господа из ГИБДД хотели бы помочь своему коллеге. Ага, свяжись с ними. Привет. Постарайся побыстрее узнать, на кого оформлен автомобиль. Opel Frontera, номерной знак Т-997-СВ-99. Сразу перезвони.
Жду. Здравствуйте. Я Зимогоров. О чем вы хотели говорить? Извините, вы не могли бы снять шляпу? Ну, возможно, если я увижу ваши волосы, мне не придется задавать вам неприятный вопрос. Если вы пойдете вон, мне тоже не придется отвечать вам на ваши вопросы. Ну, если вы не хотите на них отвечать, зачем вы согласились со мной встретиться? С дуру! Сразу не сообразил отказаться. А может быть, вам стало интересно понять, почему я вами заинтересовался? Снимите шляпу, я исчезну. Убирайтесь. Ну, хорошо. Я ищу рыжеволосую женщину, которая сидела в машине Лазаренко, когда его стреляли. Спасибо. Извините. Всего доброго. Слушаю, Зимогоров. Да, Зонька? Так ты хочешь сказать, что этот «Опель» принадлежит хозяину охранного агентства, в котором работал Лазаренко? А жену его, случайно, не Рая зовут? Так, понятно. Что понятно? Ну, понятно то, что Лазаренко спал с женой своего босса. Угу. Еще понять, как ведь сюжет вписывается, рыжий. Ну все, спасибо. Целую. Здрасте. Здорово. Вам кого? Иди, малыш, играй. Мам, ну ты скоро. Вам еще надо? А я хотел поговорить с вами о новых средствах для окраски волос. Я сейчас. Иди. Что дальше? У вас были отношения с Лазаренко? С какой стати? Я вам должна отвечать. Когда его застрелили, вы находились в его машине. У вас нет доказательств. Больше нет вопросов? Есть. Но только не к вам, а к вашему мужу, господину Подкопаеву. Интересно, как он отнесется к информации о том, что вы находились в связи с Лазаренко? Он вам не поверит. Мне, может быть, и нет. А вот соседям Лазаренко по этажу, особенно Марии Николаевне, которая буквально не отходит от дверного глазка. Кстати, она вас помнит, рыжий. Что вы от меня хотите? Для начала я хочу, чтобы вы рассказали, как и при каких обстоятельствах погиб Лазаренко. Ваши документы. Ты на кого пасть разъявил? Ты, король говна и пары. Вернитесь к машине. Немедленно вернитесь к машине и положите руки на капот.
Все, все, спокойно, спокойно. Уже возвращаюсь. Кладу. Испугались и убежали, это не преступление. Главное, чтобы вы нашли в себе силы прийти в суд. Да я же не этого боюсь. Как я все мужу-то объясню? Да так и объясните. Скажете, что Лазаренко согласился вас подвезти. Ему как раз по дороге в Шереметьево. Моя мама живет в другом конце города. Ну, а на мобильный позвонила подруга и попросила срочно приехать к ней. У вас есть день, подруга на речном? Угу. На Соколе. Отлично. Скажете, что она узнала об измене мужа и очень расстроилась. Годится? Не годится. Она не замужем. Ладно, я это что-нибудь придумаю. А вы ему ничего не скажете? Вашему мужу? Да нет, конечно. Главное, приходите в суд. Угу. Рай, скажите, а почему Лазаренко называл вас шоколадкой? Вам подошло бы больше что-нибудь вроде, ну, рыжика. Да это, знаете, просто я очень шоколад люблю. Мужики в камере говорят, лучше признаться. Тогда судья срок меньше даст. Мужики, конечно, дело говорят. Но я думаю, что вам признаваться не стоит. Тем более, что не в чем. Вы ее нашли? Угу. Нашли рыжую? Нашел, Боря. И завтра в суде она расскажет все, как было. Можете не сомневаться. Спасибо. Ну, меня еще рано благодарить. А вот ваших друзей из ГАИ уже можно. Они нам здорово помогли. И в суде тогда, и от хвоста сегодня отбили. В семье не без урода. Это вы хорошо сказали. Ты понимаешь, я очень устала от этой жизни. Я хочу иметь ребенка, хочу иметь семью. Я устала числиться просто любовницей. В конце концов, хочу побыть женой. И потом... Это на Западе рожают 40 лет, ничего. А у нас 25, уже старородящие. Ну что ты молчишь? Хорошо. Я попробую еще раз поговорить с Женей. Дело-то, по-моему, уже не в Женьке, а в тебе. Да. У вашего дома стоит машина. Спускайтесь, прокатимся. Это кто? Ну, вы же знаете. Спускайтесь быстрее. Но если не поеду, то что будет? Ну, тогда поедет ваша доченька, Женя. Она ведь сейчас у бабушки. На Часовой улице. Что случилось? Кто это был? Кто это? Я тебя, красавец, предупреждал, чтоб ты водичку не мутил. А ты, видно, решил, что тебе море по колено. Но сейчас ты здесь не для того, чтобы я учил тебя вежливости. Хотя руки так и чешутся. Более того, я готов про все забыть.
если ты мне честно ответишь на один вопрос. Вот это путалась с Сашкой или нет? Ты должен знать. Она наверняка тебе рассказывала все, как было на самом деле. Сегодня в садике. Вы долго разговаривали? Правильно. Подумай хорошенько. Потому что если ты скажешь «нет», то просто отсюда выйдешь. А если скажешь «да», то твой мент завтра отправится домой. И встречать его будут с оркестром, за который заплачу я. Так что сказать «да» тебе – прямой резон. Оркестр, конечно, дело хорошее. Но я, как понимаю, вам нужен честный ответ. Ты правильно понимаешь. Ваша жена порядочная женщина. В машине Лазаренко она оказалась совершенно случайно. И скрыла это от вас, потому что боялась вашей ревности. Ну и, судя по ее лицу, имела на то все основания. Так что я вам очень рекомендую забыть о вашей глупой ревности и подумать о своей репутации. Если вы завтра не отпустите свою жену в суд, я буду вынужден мотивировать юнявку тем обстоятельством, что она была любовницей Лазаренко и теперь боится огласки. Таким образом, вы будете скомпрометированы и как мужчина, и как бизнесмен. Потому что в хорошей фирме сотрудники не спят женой босса. Какой ты смелый. А не боишься, что завтра в суде тебя просто не будет? Я не думаю, что это в ваших интересах. Таким образом, невозможно утверждать, что подсудимый действовал, исходя из самообороны. Садитесь. У вас все? Да, ваша честь. Хорошо. Защита. Я прошу пригласить в зал свидетельницу Подкопаеву Раису Ивановну. Пригласите, пожалуйста, Подкопаеву. Свидетель Подкопаева. А ее нет, ваша честь. Хм, вот как. Что же делать? Уважаемый суд, защита хотела бы сделать заявление в связи с неявкой в суд свидетельницы Подкопаевой. Извините. Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Там пробки ужасные. Если бы я вела это дело, Андрей Сергеевич, дороже в жизни бы не пришла. Все-таки, Андрей Сергеевич, вы гений. Спасибо, мне уже доложили. Андрей Сергеевич, я вас поздравляю, кажется, вы стали ньюсмейкером. Ну, как говорят в кругах близких, господин Подкопаеву, за ньюсмейкера ответишь.